Крупнейшая телекоммуникационная компания Австралии Telstra выплатит штраф в размере 50 миллионов австралийских долларов. Это чуть больше 39 миллионов долларов за обман потребителей и навязывание им слишком дорогих услуг мобильной связи. Компания признала, что в период с января 2016 года по август 2018 года регулярно нарушала австралийское законодательство о защите прав потребителей. Штраф, назначенный Telstra, является одним из крупнейших в истории Австралии. Это не первый случай, когда телекоммуникационная компания нарушает законодательство страны. Ранее сообщалось, что Telstra в течение 20 месяцев обманом продавала аборигенам слишком дорогие постоплатные мобильные тарифы. При этом ее сотрудники, пользуясь тем, что многие аборигены не умеют читать и плохо говорят на английском, лгали своим клиентам, обещая почти бесплатную мобильную связь и интернет.